Ну что же, мы возвращаемся со второй игрой. Fairy Tail против Гуси Суперстар, сокращенно Госу. Не знаю, соответствуют ли они заявленному в названии скиллу. Нет, я помню эту команду. Ничего она не соответствует вообще никак. Ну, Госу — это боги StarCraft вселенной, так что, может быть, они в StarCraft нормально прожимают. Сейчас мы увидим, на какой самом у деле, не самая плохая команда, если брать в расчет именно... Вот, уровень нашего турнира. Так что могу сказать, что у них рейтинг, вот именно тимы, 3794. В принципе, это значит, что они более-менее умеют играть в доту, но не так уж прям супер потно, но тем не менее. Плюс у них и сыграно этим стаком ровно 100 игр вместе. Так что давай я, наверное, представлю. Вапантур, основной его герой Nature's Prophet, 74 игры, 240, 889 побед, 842 поражений, 51% победы. Ну, в общем-то, такой, в принципе, более-менее неплохой игрок, когда уровня 3 на всех практически героях. Я бы его статистику сравнил со своей, например. Что касается остальных игроков, то РД с сердечками, 150 матчей на Рубике, всего 582 победы, 535 поражений, 52% винрейт, но любимый герой Рубик, как я уже сказал. Тангус, 348 побед, 312 поражений. На Инвокере 102 матча, 4 КДА, очень неплохой результат. Лис, 433 побед, 394 поражений, 52%. Тинкер, любимый герой, 116 матчей. И Хасл, 134 побед, 93 поражений, 59% винрейт. Любимый герой Морф, 13 матчей, 76% финрейт, 9 КДА. Короче, все парни больше 50% финрейт. Ну, мало у кого есть, ни у кого нету 1000 побед, например. Но, в общем-то, средний уровень примерно равный. 3700 рейтинга, я думаю, справедливо. Что касается команды Fairy Tail, то я нашел только троих игроков. Это Дэши Пью Пью. 924 победы, 838 поражений, 52% винрейт, любимый герой Мирана, 102 матча. Акула, 1134 победы, 1076 поражений, 51% винрейт, любимый герой Слардарт, Найтсталкер, Вайпер, Шадо, Финт, везде 4-3 КДА, где-то так. И последний, кого я нашел, это FMS, который участвовал сразу в 30 разных командах. Например, в таких, как Жора Лох, One Life Science 2010, Кумар Гейминг, Питерский Стак, Шаг Плюс 4, Сайса и его шлюхи, Макушки, There is Nothing Impossible, Бакс Слабый и Хай Шкул. Слушай, это богатая его... такая командная история. Да, богатая. Ну, я помню, 974 матча, 892 поражения, любимый герой Никс Ассасин, 375 КДА. В общем-то, потные ребята, все трое, но я бы не сказал, что они прям намного сильнее, чем личная статистика Гус Суперстар. Ну, посмотрим, мне кажется, здесь... Я помню, Fairy Tail они неплохо выдавали, правда. Не смогу точно сказать, в том же они были составят. Лучше спросить у Фанки. Все-таки. Я вот не могу вспомнить, к сожалению, то ли мы Клозик играли с Гус Суперстар, то ли я комментировал их день, но я точно помню, что вот у них Тангус, чувак, который на мид, по-моему, ходит. Я помню, что они вроде как довольно слабо играли, то, что я видел, но тем не менее, раз они во втором этапе. У них был плохой день. Но я просто вот посмотрел Dota Buff, и вроде как парни не в первый день в Доте, все-таки не Invincible Rush, так что... Ну, надо посмотреть, посмотрим, что они покажут. Ну, а Fairy Tail, это, видимо, какие-то завсегдатые вашего турнира, раз вы так с такой любовью о них отзываетесь. Ну, Like a Bro, естественно. Любовью. Хотя, это любимая команда Фанки. Ну, я буду болеть тогда за Гус Суперстар, чтобы, как ты знаешь... Уравнять шансы. Да, в контру ей, что ли, не знаю. Ну, просто так, короче говоря. Ну, хотя я уже не уверен, это было в прошлом турнире, они были любимой командой Фанки, ты же знаешь, как у женщин быстро меняется. Не, не знаю, я знаю, что ее игроки Кракеном называют, это все, что я знаю. А потом я узнал, что вы это тоже знаете, а я думал, только среди игроков. От нас пошло. А, окей. Когда все плохо, мы выпускаем Кракена. Ну что, Гусь Суперстар, Пани Тембера, Инвокера, Сэнд Кинга и Патму. На это отвечает Fairy Tail банами. Бэтрайдера.
Ликана, Вивера и... Ну, я смотрю, что Вайпер там был у кого-то из гусей на любимом герое, там чуть ли не 100 матчей на нем кто-то скатал, так что я думаю, как раз, по-моему, Тангус, так что, возможно, он нам покажет класс. Ну, тогда мне тоже придется болеть за Гусь Суперстар. Ты любишь Вайпера? Ошин. Я не могу болеть за команду, которая аппарат в пике. Не могу. Я больше видеть этого героя не могу. Сколько у тебя игр на нем? Ну, типа в пабе игр 11 всего, но на клозиках я, наверное, еще игр с 30 там минимум. Я не знаю, но это много для меня. Я не так много в доту играю, а когда тебе постоянно берут этого аппарата, начинаешь нервно заикаться уже. Я уже даже ультом начал попадать уже настолько часто мне его берут, что... Волей-неволей начинаешь. Я уже даже запомнил, что второй скилл делает, что первый. Может, пришло время попросить кого-нибудь другого. Ну, я просто знаю, кого мне возьмут, если уберут аппараты из пика, поэтому я не особо. Виномансер. Да, да. Shadow Fiend тем временем у Fairy Tail. Это действительно прикольно. Люблю Shadow Fiend. Сегодня проснулся, делать было нечего. Решил время убить против легких ботов, поиграв. И такие рампаги просто выделал Shadow Fiend, просто что-то с чем-то. Красава. Да. Кстати, обещали ввести новый ладер один на один ранг. Нет, ну, было бы круто, если бы ввели, что статистика против легких ботов учитывается. Вот это было действительно классно. Специальная ДЦП лига для дебилов, типа, против легких ботов. Ну, многие играют против ботов. Я как-то играл, когда у меня был low priority, там надо было 5 матчей отыграть, я 4 сыграл в low priority, потом мне надоело, и я решил пойти против ботов, там тоже списывается, если ты играешь с людьми против ботов, и они проигрывали реально, мне пришлось сплитпушить фурионом с рапирой там. При том, что изначально я вообще играть не хотел, я просто взял фуриона, чтобы встать на камень и долбить, чтобы те лифт не засчитали, потому что какая экспо идет. И я стоял минут 30, а когда пришел назад к ноутбуку, оказалось, что моя команда проигрывает ботом. И я слез с камня. Как раз там денег накапал. Было забавно. Кентавр у гусей. Так что это действительно вайпер в мид. И осталось им забрать только того, кто фармить будет. Ну а у Fairy Tail и так все понятно. Дазл аппарат, пара саппортов, Дарксир, Нахар, Shadow Fiend. Единственное, что меня смущает, это отсутствие станов. Может быть, чем будет. Я удивлен, кстати, что вот последнее время редко панит Дазла. А я удивлен, что никто не берет Хускара. Последний Хускар, по-моему, был Василий. Василий был Хускаром? Нет, подожди. Нет, Василий, по-моему, не был Хускаром. Не-не-не, точно. Я не видел. Не знаю, почему у меня такая ассоциация возникла. Я вот не видел снайперов, Хускаров. Мы видели Хускара. Даже не скажу, что, к счастью, не очень он впечатлил. Ну, мне хочется увидеть что-нибудь, ну... что-нибудь необычное. Пики... Да, понимаю, ну, хотя бы SF и то более-менее. Ну, на безрыбье мне SF норм, но вот прям хочется что-нибудь такое. Вот если команда смотрит, там, допустим, YouHome, там, запомнится напоследок и взять какого-нибудь говна нереального. Вот это был классный поступок. Да, ребят, если у вас... Вы понимаете, что вам, допустим, предстоит встретиться с командой в темноте или в World Elite, но сами вы при этом трезво оцениваете свои шансы как хотя нулевые. Бы порадуйте. Да. Хотя бы порадуйте. Пикните Мипа, Снайпера, Рики. Желательно всех вместе сразу. И команды мечты. Но при это будет это, трудно, кстати, сделать против темноте, потому что у них в банах все эти персонажи. Ну и Спектра будет фармить у Гус Суперстар. А, вот, да, я помню, там же и в первой игре я как раз, когда я комментировал, у них была Спектра, и там чувак вообще крипов не добивал, и максил даггер, но в итоге все равно они выиграли, я вот не помню, кто у них фармит, но... И харасил даггером, наверное, да. Помню, что мне дико не нравился этот Спектра, но... Death Profit, последний пик Fairy Tail. Ну что же, Гусь Суперстар против Fairy Tail. Так я... Даже, видимо, что Saint King пойдет фармить на SF, а Краба в мид, скорее всего, так это и произойдет. Вот.
Ну, это может быть и здраво, потому что все-таки на миду СФ, если он особенно загангает, это такое прогеймер. Ну что, у нас Вайпер, Раст, Трент, Кентавр и Спектра против Дазла, Дарксира, Банши, СФ и Аппарата. Прогеймер, если смотрит как раз этот матч. Вот СФ, и я передаю привет, привет, Женя. Как дела? Ну и смотрим, что тут произойдет в дальнейшем, как у нас сложится у команд. Ну, естественно, трипла топорик в этот раз взял в пантур, по-моему, в прошлый раз как раз он без топора фармил и вообще крипов не мог добить, но спектра у него, конечно, такая тычка, то что особенно под тауром даже с топором очень трудно добивать, там нужно два раза тычкануть до того, как предпоследняя тычка от таура долетит, короче, это целая история. Вот за какую-нибудь тайне играть, вот это кайф. Он там бьет по 100, и все. Можно даже просто колченогим быть и все равно добивать. Колчеруким, точнее. Фанк сообщает, что гуси тоже любимые, поэтому ты можешь болеть за Fairy Tail. Ну, не знаю. Мне на самом деле ни за кого не хочется болеть. Поэтому я, наверное, ни за кого не буду. Ну, не знаю. Ну, поболею за гусей, ну, мало ли, в натуре победят. Все-таки Тангус мне нравится, вот никнейм. Вроде бы обе команды не делали ничего плохого, чтобы мне запомнилось. К тому же мне нравится Спектра. Это один из моих любимых кэрри. Ну, это и один из сильнейших кэрри. Лейт, конечно, намного сильнее у гусей. Я думаю, Fairy Tail рассчитывает до лейта не дойти. Ну, думаю, да, но тогда выбор СФ, мне кажется, какой-нибудь Слардар был бы намного прикольнее в этом пике. Прикинь. Ну и да, тяжело, конечно, будет тут. А, вот, кстати, First Blood может быть там с хостой дерево. Да, поймали. Оп, это ФБ. Очень сильная тычка у дерева, так, ты знаешь. Он долго замахивается. Ну, дерево прям... с хостой, это всегда First Blood, обычно. Ну, вообще, есть поверье. Ну, блин, телефон у кого-то. Телефон, ну, это вообще пошло, мне кажется, ради этого паузу ставить. Но Дазла это не раздражает. Тем временем Дарксир уже в таверне. Я тут подумал, действительно хреново, ведь стоять-то, блин, в спектре против Дарксира. Я, может быть, даже посоветовал тут не то чтобы свап в хард. Но... В общем, гнобить этого Дарксира надо очень серьезно. Хастата у дерева не всегда будет, но трипла тут очень ударная, естественно, раста дерева могут грязеводить. Главное расти грамотно выбегать, не палиться и брать в шейкла. Смотри, у него вот шейклс, а ты кадлс. Есть ли что-то общее во всем этом? Я думаю, даже больше, чем я мог бы представить. Да. А вот смотри, есть Эдисон и Мэдисон. А где? Где есть Эдисон? Ну, в истории я слышал. А, ну Томас. Был в истории. Я думал, ты просто он на карте где-то есть. А ты... Так-то можно много примеров. Ну, некоторые его изобретения есть. Ну, я понятия не имею, что изобрел Томас Эдисон, к сожалению. Может быть, голых баб? Не, тогда бы, я думаю, гораздо больше людей его звали. Вообще, если бы не Томас Эдисон, то, возможно, мы бы не попали в эту дурацкую паузу несколько секунд назад. Понимаешь мою отсылку? А? Да. Хорошо. А мобстер бы ничего не понял, сказал бы, да? При чем тут Эдисон? Ну, мобстер бы про доту много сказал. Ну, может быть. Ну, вот как раз спектра там под фармливает под товырочком. Бьют ее крипочки. Вот, одного не добило, но... Не терпелось. Да, но... Ну что, Вайпер в миду ну, уже 10-1. Ну, как минимум госу умеют на второй спаун отводить вообще, ребята. Видимо, явно не в первый раз в игру играют, но... Плюс Вайпер вот этот потный, я говорил, что у него там неплохая статистика, он действительно мид пока выигрывает у крабы. Посмотрим, как дальше пойдет. Я вообще единственный человек знаю, который хорошо стоит на крабе, это Соло из Рокскису. Все остальные
постоянно в говне, особенно любительские коллективы, но это реально не самый простой герой. Задувка и тычка у нее вообще ужасная, наверное, одна из худших. Да, анимация очень слоупочная. Я даже не знаю, с чем ее сравнить, но Зевс, по-моему, удобнее. А что касается задувки, тут надо грамотно пробивать все пачку крипов, чтобы потом задувать их, и не у каждого это получается, поэтому я вот, честно, не любитель того, когда в любительских играх берут этого героя. Вот. Он не так уж прост, как может показаться, типа кнопку нажал и вперед. Показал. Спектру оставили на фрифарме, Дарксер в лесу. Она, по-моему, этим не пользуется. Там тем временем в смоках заходит дерево и раст на мид. Сейчас, ну, может быть, что-нибудь плохое случится с крабой, но она сейфится. Чувак под ником Лис должен идти первым, на самом деле, как бы. Иначе ничего не выйдет. Ну и стоять так долго тоже не имеет смысла. Ну как-то странно. Пошли. Пошли, и, естественно, спугнул. Она просто ушла. Ну, тут все неправильно было сделано, естественно, раз ты должен был первым идти, как бы, и... Нарксир вернулся на лайн. Ну, и там Вайпер как-то слишком уверенно побежал. Ну, не только в Вайпере дело, на самом деле. Но я считаю, что все равно вот так вот заходя, один с воды, другой с топа, и причем дерево первое, там все равно Death Prophet бы успел уйти, тем более, что у... Раста, как ты видишь, мув спид 285, и он просто не добежал, чтобы в Шейкла его взять. А без Шейклса ее не убить никак. 308. Сколько там? 308 мув спиду у Death Prophet, поэтому... Тяжело бы было им зацепить. И как только она бы увидела дерево. На скорость. Ну что, по фарму у нас пока топ-1 это Вайпер. 23 крипа и... Дальше у нас я бы на самом деле, на месте Госу пошел бы и убил бы Сейн-Кинга лучше, чем на мид вот эту вылазку. Во-первых, у них там кентавр, хотя кентавр третьего левела каким-то образом всего лишь. Там, видимо, его замучили отводами Дазл с аппаратом, да. Но это все равно не повод. Тяжело ему лечить экспу. Но надо было как-то заблочить, потому что таким бомжом быть как-то несерьезно. И получает он тут по заднице, если еще... Но СФ там за тавром фармит, поэтому все в порядке тут будет. На самом деле это как-то плохо, то, что он третьего левела всего. Но в любом случае, я думаю, что надо бы с саппортом сюда тоже будет сходить. Вот смоки берутся, не знаю, снова ли это на крабу. Потому что у вайпера и так более-менее все в порядке. Да и скорее всего дальше точно так же у него будет. Думаю, он там обойдется без помощи. А вот кенту бы быстрее получить шестой. Иначе какой смысл он ставится онлайн? Ну, сейчас вот СФ пропушил лайн вперед, и плюс сам кентавр очень неплохо там сбегал в лес, крипов с отвода забрал. Так что сейчас вот он спокойненько стоит тут, более-менее. Только вот так, конечно, дабл-эдж юзд на крипов, это не наш выбор. Тем более, сейчас еще одна пачка подходит, и теперь у него нет возможности эту пачку сагрить себе за тавр. Да, уже готов СФ. Его там встречать с почестями. Не, но если ее нормально вылезать из-под тауэра. В общем, короче, тут как-то... Хотя бы на экспу попал. Хорошо, что всю экспу забрал с этих двух стаков, но он мог реально нормально пофармить там за того роли, если бы не дабл эдж какой-то неожиданный, скажем так, ничем не вызванный. Ну и на топе спектра на фрифарме уступает пока по фарму и всем практически. Ну тяжело ей, тяжело добивать крипов в начале игры. Всем, кроме кентавра. Ну да. И так далее. Ну это, конечно, так получается. Не очень. Особенно в случае, что как бы у нее там один ассист. Если бы эта трипла килять продолжала этого Дарксира, но теперь они не могут его цепануть, хотя типа, ну могут на самом деле. Я уже понял, что на самом деле безвыходных ситуаций нет. Вот в последних двух играх против аппарата приходилось ставить первый раз против пака на харде, а второй раз против квапы. Казалось бы, и того блинки и прочая фигня там, шифты, но мы разводили на скилл, а потом сначала шейкер закрывал фиссуры, потом Леон подкапал после блинка, то есть за тауэр забегал саппорт. То есть даже таких героев и Дарксира с Суржом можно гангать, главное все грамотно дать. Например, вы начинаете агрессировать на Дарксира, он бежит за тауэр, за свой, а в это время выбегает Раста из, ну,
грубо говоря, там, где потайная лавка, вот этот проход, выбегает, берет в Шейкла и все. Жопа, Дарк Сиру. Мида заварил с мистеров. Настолько он себя вольготно чувствует. Ну, опять заходит на миду. Вот первым пришел раз, дает хекс. Да. СФ реально краба. Вообще не трогает никто. Вот, крабу все-таки ганганули удачно, а СФ просто на фрифарм. Ну, все-таки надо было к СФ лучше сходить, мне кажется. Ну, крабы и так не слишком. СФ на самом деле, но он с мидасом, вот он только сейчас по уровню начнет более-менее разгоняться, но вообще, конечно, там 25 душ, 100 тысяч с руки, и скоро кентавру уже неприятно совсем будет. Я на самом деле на месте команды, как только появится ульт у кента, пошел бы туда. Ну и плюс тут все-таки дазл стоит с крестом, поэтому легко убить все-таки не получится. Немножко упущен, мне кажется, тот момент, когда это была легкая цель, и загнобить СФ было делом чести, теперь уже как бы не все так просто будет. Ну и Спектра. Спектра на топе продолжает мучиться, вешает на нее Ливен Армор, вместо того, чтобы помогать. Там вайпер сейчас некоторые проблемы. На миде просто ее лечит Ливен Армором от бесконечных колючек Дарксира. Ну, вайпера такие себе проблемы, он все-таки уходит. Краба каким-то очень стрёмным путем возвращается, но... Там СС за таурами гуляет. Промахивается он койлом, получается, там кента. Так, стан... Спектра. Есть уже ульта. Прилетает даже Спектра, убивает я все не очень... кент. Я не очень понимаю, зачем СФ, имея 500 хп, побежал биться за ТВ-рулю с кентавром. На самом деле тут и без спектры бы убил кентавр и застанил дабл эдж бы дал, да, спокойно. Но он надеялся попасть всеми койлами. Ладно, не бы вышло. С ним, ладно бы с ним был дазл за этим тауром, там. Хотя крест дазл вешал, и, по всей видимости. Только я не видел. Я, к сожалению, в самом конец драки уже переметнулся, поэтому я не знаю, на кого он там его вешал. И в не какой ситуации. Но, видимо, на себя, да, суть, потому что у него хп не полное. Видимо, как раз кентавр влетел там на дазл, дал скиллы какие-то там, дабл эдж. То, что я успел застать, это кент стоял за тауром. Да-да-да. Ворвался до СФ, просто начал фармить крипов, потом подумал, а не стоит ли мне зафармить еще кентавра заодно? Ну, решил, что все-таки вся стоит. Команда тут нанизу теперь, и ну, цепануть нечем. Ну, смотри, наша просьба услышана. Сейчас начнется заварух на боте. Это странный какой-то ганг такой, 5 человек пришло просто. Но я понял, если бы типа у Раста были варды, тогда можно было просто запушить низ. Ну и расходится команда. Ну а краба сейчас будет... Нет? Ульта недостойна того, чтобы... Странно, сейчас мув от крабы. Могла бы побить им той таур, но... Ну, у Спектра на самом деле все не так плохо. Ван килл-то на СФ она забралась, а вот сейчас ДД у нее. Вангвард на 10-й минуте. Ну, вообще, конечно, его желательно собрать там на 6-й, на 8-й, в крайнем случае. Но тоже не самый плохой вариант. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Ну, это размен, забираем, на самом деле, потому что на топе... Прожимаем глиф, зачем? Там в миду упадет тауэр, кстати. Да, даже 2 на 1 тауэр в итоге. Но вот так вот собрались пятером внизу и кучу времени, экспы и денег потеряли, разрушили только одну башню в размен на 2. Странно, странно, но тем не менее это дает определенные айтемы. Там Раста берет тарканы и мека появляется у вайпера. Но тактически я считаю сейчас супер грамотно именно Fairy Tales сыграли, то есть максимум из этой ситуации выжили. Посмотрели, что 5 чуваков пришли и просто пошли, 2 лайна сломали. Это идеальная, на мой взгляд, стратегия против команд 5. Максимум извлекать из того, что те теряют экспу, время. И так далее. Ну и расходится команда Ghost Gamers. Там стакает крипов Раста по случаю. Да, очень большой такой буст по голде получил. На самом команда деле... Делала, естественно. Да. Да и вот, ну, было такое, что Спектра и Вайпер были в топах по нетворсу, а сейчас резко так на 1000 СФчик приподнялся, врыв от кента.
Или это не врыв? Это какой-то странный врыв. Я просто, ну, услышал этот рык, да, включил тоже... его, он просто стоит. И спектра ультанула. Не, но... он, я не знаю, что он, они вроде заметили. Там аппарат там... сильно пробитый, но я что-то не очень понял, короче. Да, видимо, стенка. Это ульта, ульта, чтобы он за аппаратом побежал. Сейчас помрет Дарксир. Да. Драться под ультой крабы, я слышал, не самая клевая идея, понимает это. Спектра улетает. Но вот Хекс на крабу, но Хекс, видимо, ой, только первого левела и просто сжирает и ульта. Расту, ну на Дарксира разменяли Расту, который, в принципе, лучше бы вообще сюда не приходил с такими. Это странный мув. Что... Но он, наверное, просто не в курсе, растет. Что Хекс первого левела длится меньше секунды там. Сейчас я посмотрю точно. Поймали здесь еще аппарата. Ну вот, должен идти. Нет, он решил все-таки перевернуть свою конскую тушу и встать боком. Ну и как-то было преимущество в начале у Госу, но вместо того, чтобы его развить, они теперь бегают впятером, дают плохие драки, а все это время СФчик и другие товарищи, ну, краба в основном набирают силу, то есть об ее ульт убились, она там получила голдишки, экспы, а СФ просто вообще не парится, бегает, фармит себе, юзает мидас, и уже у него там на 2 скоро 1000 будет больше, чем у вайпера. Спектра вообще, вот я не понимаю тех спектр, которые купит вангвард, начинает ходить со всей командой, тебе еще, дружище, 20 минут фармить, в прямом смысле слова, еще 20 минут фармить. То, что ты там промаксил дизолейт, это не значит, что ты нажимаешь там и убиваешь всю команду. Нет, тебе еще нужно столько айтемов. Как раз таки те, кто первым собирает вангвард, если прям необходимо участвовать в драках, качают дисперсию обычно. Но это было бы логично, потому что, естественно, ты максишь дисперсию, берешь вангвард, там дальше уходишь какой-нибудь Тарас, Курадик, и люди просто вокруг тебя умирают сами, тебе даже драться не надо. Да. Телефон реально уже это начинает раздражать. Но люди с юмором относятся. Лично мне уже надоело. Но телефон действительно кажется немного пошлым таким оправданием. Если ну, только там. Ури. Согласен с тобой. Отключи его, если у тебя там только мамка не умерла или что-нибудь. Ну и если она умерла, то ей, наверное, уже все равно. Бесконечное ТП, это я уже от этого звука чуть не сдох, наконец-то, Дарксир. Да, от него, кстати, никуда не деться, куда бы ты на карте там не переместился. Ты все равно будешь слышать либо там в левом, либо в правом ухе этот звук ТП. 2-6, а команда-то на самом деле проигрывает потихоньку, просто из-за того, что спектра не фармит. Но она фармит вот сейчас на топе, да, отделилась от всей команды. Я вообще вот не понимаю реально спектр, которые бегают вместе с командой, нафига у вас же... Ульта, она и заключается в том, что вы можете бегать. То же самое аппарата касается. На самом деле, не обязательно тебе быть рядом с замесом или рядом с командой. Просто, скорее, даже наоборот. Чем дальше ты стоишь, тем лучше относительно ульты. Но вот сейчас, как бы, обе команды что-то так бегают. Темп убавился. Да. Он совсем сошел на нет, я бы сказал. Все ушли с своих лайнов. Фармят только 2 героя на карте. Все остальные что-то ждут. Очевидно, что госу ждут, что к ним на мид пойдут. Но, не знаю, там, например, Shadow Shaman уже с таким стилем игры. Уже 15 минут, он 5 левел, и он не может получить 6. Потому что вокруг него всегда 4 героя. При этом у него промакшены шейклы, поэтому он уже давно мог бы в лесу ими набить себе. Там КД вообще минимальный, в районе 7 или 8 секунд, и просто бей в лесу этими шейклами крипов, да получай левел 6. Ну, вместо этого стакает в лесу. Ну, это полезно. Задел вообще. Спектру. Да. Только спектра будет фармить исключительно долго. Кентавр тем временем умер внизу. Это единственный, видим, кто остался на своем лайне, или надоело впятером бегать. Сдержался он там. Ну вот спектра, смотри, пофармила реально все это время и что-то там выфармила 6200 уже. Только проблема в том, что продолжают падать ТВРА.
И на первый тавр не был прям прожат ульт, а вот спектра не сможет засплитпушить, и это даже размена Т2 на Т1 не будет, это будет просто отдача. И прижимается глиф вообще ни зачем, потому что никто даже деф не пойдет. Да, меняется просто на тур, а. Ага, спектра собирается радик делать, но... Есть подозрение у меня, что этот радик тайминги будет очень будет поздним, 28-я минута. Ну, я считаю, что на спектру никогда не поздно радик варить. Ну... Учитывая особенность героя. Хотя ну... здесь, в принципе, учитывая, что, наверное, скоро придется... Да нет, я бы не сказал, что радик на какой-нибудь 28-й это то же самое, что радик на 22-й там, на 21-й, поэтому разница-то большая, радик в определенный момент реально становится не то чтобы бесполезным, но тогда нужна еще и монта, чтобы запускать иллюзии по лайну с радиком, потому что именно в замесах радик уже не так полезен будет, он именно для отпуша нужен, а для этого нужно, чтобы у тебя иллюзии были, допустим, поэтому надо срочно будет собирать монту, а это еще там минут 15 фарма с такими темпами. И я бы на самом деле тут скорее собирал, не знаю, диффуза. Да, и потом сразу Тараску. А на радик бы забил. Но мне кажется, что просто тут уже мало что может помочь. Ну, посмотрим. Посмотрим. Наконец-то Раст получил свой 6-й левел. Ну, если они затерпят, и у них не упадут прям все тауры. И все стороны останутся, то, в принципе... Думаю, спектра должна что-то сообразить. Как посмотрим. И босс, в общем-то. Ну да, не будем загадывать. Но пока что, вот, видите, таблица, префарм, что довольно большой. Особенно по голде в счет тауров. Ну и по XP в счет того, что... Классный хил, классный хил, мне очень да. понравился. Ну это чтобы усилить пуш. Ну, понятное дело, так, из этого крипата хреново был бы пуш. Прилетает тут ульта по двоим очень неплохо, и главное, что по спектре, которая еще под таур встала. Ну и вот такие вот варды, когда никто не пушит, это, конечно. Но все-таки начинается пуш, и влетает кентаур по двоим более-менее. Даже очень более-менее, но вот драться а вот спектре... Ой, банши будет тяжело, но... Успешно спектра нарисает. Ну, вообще, на самом деле, разменяли кентавра с деревом, Дарксир и Баншу, и плюс еще Раст помер в итоге, но... И Таур. Я думаю, на больше рассчитывала команда Госса, а теперь она понимает, что она не так сильна, а теперь, когда у СФ есть БКБ, вот его в этом замесе уже как бы не убили, а теперь его вообще никак не убить. Будет просто всю команду убивать. Это еще неплохо подрались, я считаю, Госсу, серьезно. То есть, да. Вот при таком раскладе, я считаю, они еще неплохо подрались. Да я думаю, там, что хорошо, они не рассчитывали убить. Хорошо вошел кентавр, и, в принципе, ну, я не знаю, без ну, БКБ... Ну, киллы достались. Без БКБ тут тоже, короче, полная жопа команде Госу. И непонятно, где весь этот фарм брать, но такими темпами, я говорил, 28-й будет, но вот благодаря этим двум киллам, тавру забранному, я думаю, что уже в ближайшее время появится... БКБ появляется... У Вайпера. Вайпера это правильное решение, очень-очень грамотное. И хорошо, что так быстро, но и до Радика уже совсем немного остается. Всего каких-то 500 голдишки. Ну что, Fairy Tail собирает с вами, да? Тут, в принципе, через 10 будет откатиться ульт крабы, буду да. Ждать, точно. Да я думаю, что можно отдавать этот тавр, тем более, что вардов... А, не, варды Раста тоже есть. Ну тогда можно попробовать отплеваться как-то, поставить вардишки, а дерево отхилит потом этот тавр, но, видимо, решает не драться за него. Инициация вот пошла по одному стал аппарату. Одного. Варды ставится, стенка. Ну неплохая стенка, стяжка. Тут СФ, Вайпер прожимает БКБ все-таки. Но оно есть и у СФ, и... Смотри, не дотыкал Вайпера. СФ. Так умер один аппарат, да. Вроде были разные все скиллы, но умер только один аппарат. Ну это хорошо, для Госу опять-таки.
То, что я думал, что они тут даже послабее будут, и Вайпер там чудом ушел. Да. В принципе, ничего так получилось, замес. Ну, а вот я думал, пока... будут ли еще ждать Fairy Tail, там же совсем могла. Ну, не совсем, но получше могла получиться. Ну, вот если бы Fairy был Ратик в Спектре, ну, вот сейчас он прилетит, но если бы он уже в этой драке был, то я тебе так скажу, могло быть еще хуже для Fairy Tails, просто вот не повезло. Я думал, будут они ждать Ультадазла или нет, и Ультадазла решили не ждать. Ну, вот и Радик на Спектре. Да-да-да, вот я тебе говорю, если бы он в этом замесе уже был, совсем было бы хреново. Ну, а так вообще нормальная Спектра получается, на 22-й минуте Вангард и Радик иметь это более-менее хорошо. Да даже на хреново это было бы для Скришей, типа Дарксира. Ну, аппарату и так там не сладко пришлось, потому что именно на него пришелся стан. Ну, ГОС все лучше и лучше выглядит. Здесь, по крайней мере, на кого положиться. Сейчас у Спектры пуш пойдет получше. Я бы еще сказал, что и Вайпер в порядке, а вот Банша, она со временем будет все хуже и хуже смотреться. Но еще на Вайпер, в принципе. На самом деле повезло Fairy Tail'ам, то, что еще и в этом файте очень хорошо стянул Дарксир. Ну, да. Не то, чтобы прям супер, но... Трое если попасть, бы не эта стяжка, да, то если бы не эта стяжка, то там вообще жесть бы была, наверное. Там не только аппарат бы отлетел, но... И хорошо позицию еще СФ занимал. Посмотрим, короче, что дальше будет Спектра собирать. Либо это диффуза будет, либо Манта. Либо, может, сразу Тараску. Посмотрим. Ну и на Рошане команда Fairy Tails. Что-то давно мы не видели Рошанов с тобой. Да, сейчас команды. Будет драка в ущелье. Я уже, честно говоря, забыл, что он вообще есть в игре. Есть ульта у дерева, но они как-то спалились раньше времени. Их смотри! Зажали Сент Кинга, крест на него кидается. И пошли маскасты. Умирает Расты. Сент Кинг прожимает все-таки БКБ. Но видишь, не может переплевать Вайпер. Да. Но Дазл хорошо все-таки крест повесил. Спектра еще что-то... Да уж. Только дерево выживает. Спектра просто бежала через ульт крабы и... Да. Все, в результате минус 4, сейчас еще Fairy Tail заберут Рошана и... Да. Ну, плохой замес, на самом деле, тут, типа, пенсировать надо было стараться прям в ущелье, тем более даггер на кентавре был. Вместо этого они как-то спалились, что подходит даггер, этот дурацкий спектра дала, там, непонятный, ну, в общем... ну, зафокусили они... с СФ, но успел на него крест повесить, и потом успел он включить БКБ, что и решило файт, потому что убивать его уже было нечем, к сожалению. Ну и по миду сейчас, не знаю, насколько далеко будут заходить, Вайпер подставился с этим ТП на второй тавер. Отходит. Но еще поиграет, я думаю, на самом деле. То, что Спектра отдалась, это совсем хреново, а что подумал, что... Раз есть Радик, то теперь можно просто бегать и убивать. Но... Прыгать в водопадик, да. К сожалению, не вышло, но... Дает все очень близко было. То есть СФ на Крополях остался, там все остались. Ну вот если бы СФ, я, кстати, думал, что его дожмут. Ну да, ну очень там и пытался взяли. Добежать кентавра. Ну там по тычке не хватило, наверное. От каждого героя кто-то не доиграл, не знаю, там, может, Раста варды не поставил или еще что-то, я так особо не видел, но... Очень много кастов там было, даже почти приступ эпилепсии у меня это вызвало. Да-да-да, очень трудно такие моменты комментировать, и когда дерешься, тоже трудно разобраться, что происходит, так что не будем никого винить, ни нас, ни команды, ну, посмотрим. Да, все было бы проще, если было, как в аниме. Надо просто фокусить, наверное, Дазла вначале, получается. Убить СФ, это, конечно, круто, но на самом деле его надо развести на БКБ, отступить, а потом подраться. Ну вот по идее, если Спектра еще дособерет диффуза, скажем. Ну драться, когда СФ с БКБ, вот если не убили до БКБ, надо отбегать, ну потому что он там везет 4000 голды и убивает, к сожалению, всю команду практически. Саппорты Fairy Tail должны потом отваливаться просто от ульта Спектры. Очень должно становиться неприятно. Ну слушай, да, нет, это миф. Без диффузов, во всяком случае, этого точно не будет. Ну вот я и говорю, когда Спектра на диффуза, причем сразу... Не, Радика одного понятно, 14 левела мало. Многие, кто играет там за Спектру, считают, что если у тебя есть Радик, то вся команда умрет соперник. Но да это нифига нет, не так. Там даже диффуза полезнее. Естественно. Но я и говорю, когда у нее будет затар, хотя бы появится еще диффуза.
И лучше сразу вторые. Не поскупиться. Фармит Эншентов, тем временем Тангус с друзьями. Да, все тимы. Практически. Все участвуют. Ну, СФ вообще не парится, почти весь фарм на карте забирает. У нас была какая-то луна, которая помогала вся тима. Она просто не знала, что можно вот туда сбегать. Чтоб тебя не били. Нельзя туда забегать. Можно, можно. Нет, нет, нельзя. Можешь потом зайти и забежать, я посмотрю на тебя. У тебя написано, что ты топ ЕО, так что посмотрим. Всегда так делаю. Уж на луне нет, тем более. Чтобы да. Все не доставали все тычки. Ну, в смысле, если ты стоишь вот так вот здесь на место или на месте, или ты сюда поднимаешься. Есть же разница. Окей. Ты мне не веришь? Да верю, я так просто поспорить хотел. Но если ты нашел свое узкое место, то как я могу? Спектра тут видит аппарата, но должна можешь понимать, показать что мне там вся команда. Теперь. Что это? Будь честно. Станд Кентавра. Крест на аппарата. Да, лучше убегать. Но это не так просто сделать. Ну, то, что один кентавр умер, это еще более-менее. Ну, ультспектры, как ты видишь, вообще ничего не дает. А зачем они вообще начали драться, когда умер уже кентавр? Ну, в принципе, тут дазл с аппаратом... А что, вайпер вернулся? Хочет он сейчас тыкать? Еще убьет... Давай, давай, Дарксира. Нет, все. Ну, вайпер еще есть. Непрожатый БКБ. Вся команда его в таверне тем временем. Развернулся, он тычканул, койлом промазал СФ, такой ПВП. Ну и вот теперь уже действительно пора прожимать это БКБ, но тебя просто с руки затычкуют, к сожалению. Барабан прожимается. И... Да, отличный, кстати, сварма БКБ. Ну, может, он думал, что уже сейчас отвалится это БКБ. Ну, короче, я не понял, убрали кентавра. А Дазл не убили за это время. Зачем влетать? А что интересно, аппарат сделал кентавра, что кентавр все время врывается в него одного. Да проблема тут не в этом, но отспалила спектра на смоках, да, и удалось ее засейвить, удалось ей уйти, так она вернулась и отдалась в пятерых против. Когда в их команде уже четверо оставалось, я не очень понял. Ну, то есть, реально, вот проблема спектры, и те, кто на ней играет, они думают, что с Радиком они всех там убьют уже. Но это полный но бред. Это не так. Там вообще никакого дамага от этой спектры в этом файте не было. Вообще никакого. И развалился она там за 3 секунды. Вот и все. Ей еще фармить 25 минут, чтобы убивать начать. Либо наоборот, надо было все слишком быстро выфармить и против полных бомжей играть, чтобы убивать начать раньше. Теперь серьезнейшие проблемы. СФ вот нормальные артефакты собрал. БКБ, барабаны, манта у него. Тараска у... Крабы, они вообще больше не умирают, и убить их никак нельзя. Умирает там максимум Дазл с аппаратом, вот они отъехали в этой драке. Но, конечно, если хотят Госу еще что-то показать, то надо им быть намного осторожнее, больше не врываться 4 в 5 против команды, которая полностью готова дать отпор, тем более драться под ультой Банши уже который раз, когда БКБ есть только у Вайпера, это полная фигня, боль, унижение, страдания, все, что хотите. Так либо нет. Надо убивать, да, либо надо убивать как-то ее вначале. Ну как ты сделаешь? Такой противный пик. Ну вот после... Ну да, противный пик, против которого хорошо работает БКБ, я слышал. Ну но да. В команде только одно. Ну а как вот, как можно позволить себе собрать БКБ, когда столько всего есть, диффуза всякие там эти... Ну да. Согласен. Как вообще можно себе... Искушение слишком велико. Ну, вот так. Слишком велико. Это же все равно, что, я не знаю, купить своей маме подарок. Тем более, вот купил вайпер БКБ, уже 7 секунд у него осталось, и что этот сделал его счастливым? Ну, в какой-то мере, да, он там выживал последним. Правда, он как-то жадно относится к этому БКБ, прижимает. В конце. Ну и там после той драки на Рошане тяжело было камбэкнуться, потому что они тогда пересекли как раз вот ту нашу местную условную черту в 7500.
невозврата. Но я бы эту черту в 12,5 обозначил. Вот после 12,5 возврата практически не бывает, но... Ну... Да даже пятнашка еще возвращается. Вот двадцатка, наверное, уже совсем край. Практически не видел только единичные случаи. Пятнашка еще возможно. Но 30-я минута это все-таки не 50-я. И 15 это много. И слишком уж хорошие артефакты, которые нечем контрить его. Ну, Вайпер собирает Аганим. Дарксерон уже есть давно. Ну и Раста собирает Аганим. Тут вся команда собирает Аганим. Только это как бы. Ну да. Спектра покупает Бивер. Ривер. Остается ей нафармить где-то 2 тонны, да. Тараски. И ничего, в принципе, не изменится. Ну, БКБ, наверное, все-таки тут нужен был. Без него никак, к сожалению. Ну и это Буриза, да, ну все, тут как бы. Знаешь, там среди пацанов считается, что это как-то непочетно собирать БКБ на таких раздавалках, как Спектра. Ну, ситуации-то бывают разные. Я тоже, типа, не собираю БКБ на Спектру, но против такого пика. С аппаратами, баншами, дарксирами. Ну надо, ничего не поделаешь. Что-то надо придумывать. Ну и новый Рошан. Ходит на Рошана, да. Но в такой ситуации уже команда Госу находится, что она даже спуститься не может. Да, она ничего не может. Да и не сможет, в принципе. Я вот так предполагаю. Ну надо им стоять на дефе там как-то. Плохо то, что у дерева нету даггера, но он вообще бомж и как бы минус игрок, считай. Уже в таком состоянии 8-го левел на 33-й минуте. Без даггера он реально в беде. У Расты Варды тоже до сих пор первого левела. Не знаю, как тут отбиться. Короче говоря, очень плохо саппорта отыграли. И Спектра даже не может зайти в этот замес. Тут прожимается. Смелый Вайпер с БКБ входит туда, получает 3000, охреневает от них. Вайп прожимается. Кент зашел, топнул. Ох, какая хорошая стенка. Сейчас будет больно. Ультует СФ. Попадает с него Аегис. Пока минус Спектра. Вот дерево. Раз еще перед этим забрали. Нет, выигрывают, конечно, Фэритейл замес. Хотя, казалось бы, страдали саппорт, вовремя отошли. Ну, Спектра вообще, Спектра вообще не живет тут, и даже Тараски. Ну, вот говоря о ситуационных, да, приобретениях, Фэритейл подготовились к Спектре. Та же самая Краба, которая не жила, да, собралась. Толстоту. Да, она и так, мне кажется, покупала. У нее был Юл и... Да это стандартный Шива. Да у них просто много айтемов. Не, она собрала Тараску сначала. Просто много хороших айтемов, а у Госу мало хороших айтемов, вот и все. Они вообще не пробивают эту крабу, но вот наконец-то... Да и тут новый крест. Здравствуйте, я Дазл. Все уходят. Уходят, да. Ну, как-то, видимо, неубедительно показалось для Госу. Это драка и потеря этой стороны. То, с какой легкостью она на них упала. Они играют дальше. Не-не-не, ГГ писать, конечно, не стоит. Тем более понимание того, что преимущество одно, один СФ тут везет 10 тысяч в Спектре. Я думаю, что этого понимания у них нет. Полностью. Им еще кажется, что с одной стороны можно играть с Спектрой. И что Спектра не так плоха, но, к сожалению, Спектра очень плоха. Не сам игрок, а вообще ситуация. Тут уже никак. Никакая Спектра не перевернет, даже Медуза. Появляется еще Мьёлнир. Я не знаю, может, та самая игра вдохновила с Медузой всех, но до конца гейминг. Ну, я думаю, что когда он из с Тараской будет умирать за 13 секунд... Тогда он осознает, да. Что что-то пошло не так. Взял хасту, вместо нее регент появился, но забив на него, бежит на мид, фармить, прилетает тут ульта. Аппараты, тренд протектор ставит паузу, видимо, телефон. Отвлекает товарища от игры. Это у него же звонил телефон до этого? Да. Да. Видимо, он реально торгует.
торгует помидорки. А потом изобретает на Трента имбо сборки. Арканы поставил на 8-й левел. Мне кажется, кто-то виноват. Где мобстер, спрашивают. Друзья, мобстер... Хорошо, вчера же напомнили. Был? Да, вчера был он один, и вот сегодня он поехал на Escount Moscow Cup, который пройдет завтра. Сходите на его страницу, смотрите его фотографии, он там улыбается, радуется. Если жить в Москве, вы можете, в принципе, приехать завтра как раз. Лан-часть этого турнира. Подойдите, привет ему передайте. Excellent Moscow Cup в любом случае интереснее, чем отборочные южноазиатские. Скорее бы они уже закончились. Начались реально нормальные отборы. Поддерживаю. Да, конечно, Тараска тот еще айтем против аппарата. Понимания какого-то, как собираться, тут мало. Там хотя бы есть пайпа. Пайпа есть, это правда, но она есть уже 20 минут. И что-то это как-то не очень сильно все меняет. Ну вот если с ними будет драться только один аппарат. Я не знаю, чтобы как-то развеять тоску. Да. Пайпа very затащит. 800 голды осталось расти, да, Аганима. Это будет забавно, потому что если он соберет этот Аганим, но ульта у него останется первого левела к этому моменту. Такими темпами будут подниматься сейчас. Да. Больно стучит. Я бы на месте, я бы на самом деле на месте Сефа вместо Мжальнира купил бы бабочку и просто смеялся над людьми. Пустил бы свои иллюзии с манты. Ну да, скорее всего этого бы хватило. Но это Team Vibe, скорее всего. Нет, еще есть шанс, нет, ребят, убежать. Даже пробили там кого-то. Тут скорее даже ульта в банши не контрится. Она съела всех своей ультой, кого могла, и под фонтан загнала оставшихся ГГ. GG пишет. Тут реально, их просто каждый раз убивала ульта банши. Они вообще не знали, что делать с ней. Собирали какую-то фигню, умирали все равно от этой ульты. Пайпа тут не помогла. Ну что же, в противостоянии Fairy Tail и Госу выигрывает Fairy Tail. И сейчас им предстоит встреча с в темноте. Ну, я не думаю, знаю, будет ли в матч. Темноте играть вчетвером. Если вчетвером, то я думаю, может быть, хотя бы не односторонний. Но если в пятером, то я думаю, конечно, никаких шансов в Fairy Tail нет. Ну посмотрим. Мне вот интересно реально, будут ли в пятером играть. Это единственная такая. Ну, скоро... Ну, увидим. Ну, да. А с командой Госс мы не прощаемся, у них еще есть шанс. Ну, и они показали, на самом деле, доту такую, что я, в принципе, считаю, что вполне им по силам команды E-Home, даже более того, я буду ставить на команду Госс, скорее. Оправдаются ли эти ставки, мы увидим совсем скоро. Никуда не переключайтесь, если вы только не хотите, конечно. Мы вернемся к вам уже очень скоро.